Не могу передать вам, как я вами доволен, мистер Гарретт. Я просто не найду слов. Но, возможно, Виктория сможет помочь мне в этом отношении. У нее свои способы. Да, мы оба совершенно удовлетворены. Виктория, даже несмотря на то, что глаз с изъяном. Что? Виктория совершенно права, мистер Гарретт. Нет, нет, я благодарен вам, но этот глаз совершенно слеп. Это кусок камня. Вы это и просили. Так вы заплатите или нет? Конечно. Виктория, ты готова выдать мистеру Гарретту компенсацию? Теперь ты предоставишь нам твой глаз из плоти, чтобы этот каменный глаз смог прозреть, глупый человек. Теперь хамериты не смогут ничего поделать, а лорд древа превратит их плод в камень. А ты думал, эти древние создания станут держать свое слово, глупый человек? Посмотри на меня. Я лорд древа. Но трикстеры так сильны. Были бы сильны, если бы у меня не было вот этого кусочка плоти. Посмотри, как горит этот глаз. Как он изголодался по живой плоти. Этот кусочек плоти сразу встал на свое место. Тот, кто называет себя создателем, теперь поднимет свой молот против тех, кто так верил в него. Я обещаю, мистер Гарретт, ты не уйдешь отсюда, не увидев нашей славы. Но твоя жертва еще не закончена. Теперь мощь моя неизмеримо возросла. Так встань здесь, среди зеленых побегов, и смотри на то, как справедливое возмездие падет на головы слабых и неверных глупых людей.